Дверные системы антипаники предназначены для беспрепятственной эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Особенность данной системы заключается в том, что снаружи она работает как обычная дверь. А изнутри она всегда открыта. Установка системы антипаника возможна как на стадии изготовления дверного блока, так и на уже установленную дверь. Существуют различные виды антипаники. Один из предлагаемых вариантов – накладная. Преимущество этой системы заключается в легкости монтажа. В данном случае запирающий механизм находится в корпусе наружной ручки, и его установка не требует специальной обработки профиля. Другой вариант – врезная система. Требует дополнительного врезания замка в створку. В данном случае рекомендуется применение специальных антипанических замков в различных вариантах с одной или несколькими точками запирания в зависимости от пожелания заказчика. При этом сохраняется основной принцип работы системы антипаника. Дверь одновременно снаружи закрыта, а изнутри открыта.